А показать мы сегодня хотим, как в нашем городе проводится плановый ямочный ремонт дорог. Во многих местах одна из вечных российских бед после работ дорожников постепенно исчезает. Вот на улице Широкой, на всем ее протяжении от Талсинской улицы до Покровской церкви, свежие заплатки на асфальте. Работа сделана быстро и качественно. Сначала на поврежденных участках сняли верхний слой покрытия, потом заасфальтировали вровень с остальным дорожным полотном. Схожая ситуация на улице Чкалова в микрорайоне Финский при повороте с улицы Броварской. Раньше тут можно было и подвеску автомобильную повредить. Но, увы, не обошлось без маленькой ложки дегтя. Снятый слой асфальта остался неубранным. Проезду он не мешает, однако внешний вид дороги так себе.